Деда Мороза бьют, что ж творится такое на Новый год? Чем я трогаешь? Ты педик что ли? Не надо меня трогать. Да это педик что ли? Зачем ты давай? Не надо меня толкать. Толкать меня не ты надо. Ты педик что ли? Понятно. Руки убрал ты. Руки убрал, от меня убрал. Ты че? Руки от меня убрал, сказал. Работай, Витя. Да что вы там на детей бросаетесь-то, а? Что такое? Иди отсюда, дай меня забил. Полицейский! Полицейский, обращение к вам! Полицейский! Обращение к вам! Помогите! Полиция! Фамилия твоя какая? Исчезни. Как? Исчезни, говорю. Я люблю. Посетители, пошли вон отсюда наш рекламный слоган. Да вы сами упыри. Любого порву. Нет. Любого. И тебя, Дед Мороз, разорву, понял? С наступившим Новым годом всех! Ура! Желаю вам счастья, здоровья, успехов в личной жизни, бизнесе и сексе, а плохим охранникам и плохим полицейским грыжу герпес геморрой. Ага. А подписчиков и лайков? Подписчиков и лайков всем побольше. Спасибо, дедушка. И монеткой, чтобы капало. Не знаю, что у меня хотели там оставить. И донаты, чтобы капали. Но не те, которые из Дикси. Там ничего не видно. Как-то так. Ну что, пошли в ГУМ, пацаны? ГУМ. Не запускаем их такой наряд. А я только что оттуда вышел. Я говорю, ГУМ не запускаем. Не запускаем так. Как? Дед Мороз не запускает? Не запускаем. Как ты так? Не придет. Не запускаем. Во-первых, вы без рамочки. Вы без рамочки. Да, мы без рамочки. Вы без рамочки. А тут с рамочки можно? Никак, конечно. А вот конечно. Человек без рамочки. Восстановление. Какое проходим, проходим. Мужчина, не трогайте меня. Не надо, ну не надо. Не трогайте меня. Патруль, подойди. Не трогайте меня. Ну, мужчина, ну не толкайте меня. Ну что ж вы меня. Не трогайте меня. Не надо меня толкать. Мужчина, ну что ж вы меня. Да не трогайте меня. Что ж вы меня толкаете? Мужчина. Да не трогайте меня. Мужчина. Да как я вас попу, что ли, толкаю? Ну что вы, вы что, гомосексуалист? Ну не надо меня трогать. Вы что, гомосексуалист? Не надо толкать. Да я не хочу вас трогать. Не надо меня. Мужчина, не трогайте меня. Смотрите, смотрите, Деда Мороза бьет. Что ж творится-то такое на Новый год? Пушка, я да отойди ты. По глазам я вижу, какая вы кукушка. Пусти дедушку. Я не хочу вас трогать. Новым годом вас. Кукушка, я вратей. Срочно сюда, блогеры, провокаторы. Кукушка, кукушка, я вратей. Чем я трогаешь? Ты педик, что ли? Не надо меня трогать. Да это педик, что ли? Зачем ты давай? Не надо меня толкать. Толкать меня не ты надо. Ты педик что ли? А? Чем я трогаюсь? Ты педик что ли? Не надо меня трогать. Это педик что ли? Меня толкает. Чем я трогаюсь? Не надо меня толкать. Встал от него, значит. Понял? Чем меня кричит? Кричать меня не надо. Хочу и кричу. Не надо меня. Ну, видимо, педик. Подержи, держи, держи, я подержу. Кричать меня не надо. Вот так. Ну ты твоя, отстаньте от меня. Ну что ж вы делаете? Пойдем, что нужно делать? У вас же рюкзак. Его проверить надо. 13-й второму. Все. Хорошо. Офигеть. Вот это прикол. За что он тебя? Не знаю, чуть не упал вообще. Давай, вообще. Здравствуй, насильник Дедов Морозов. Почему ты себя так ведешь? Новый год, а привычки-то старые. Обижаешь старых, молодых не уважаешь. Снимать можно все. Спасибо. Ну, рюкзачок должен человек показать. А я вот не показал. А что это за словечко, рюкзачок? Вы плохо себя вели, поэтому я вам желаю в новом году грыжу герпеса геморрой. Не надо. Удостоверение есть с собой? Вы гражданин России? Я Дед Мороз. А я вот гражданин России. Удостоверение есть с собой? Да, там Клаус какой-то. Удостоверение есть с собой? Сейчас у охранник. Вы оставили пост беспричинно. Скажите, вернитесь на место. Гомосеков всех берут в охранники или только некоторых избранных? Только престарелых. Вы зачем к мужчинам пристаете? Вы мужчина? Да. Вы в армии не служите. Я Дед Мороз. Какой же вы мужчина? А ты служил, что ли, в армии? Не видно. Не видно. А педиков не берут же. Ладно, предлагаю тебе, мой дружок, пройти на улицу. Ну, давай, пойдем. Ну, пойдем. Ну, пойдем. Пойдем. Все, пойдем, пойдем, пойдем. Ой, что ж ты посетителей-то ломаешь? Офигеть, да, ребят? А что, ай себе бомба. Троих. Представляешь, Новый год, я без рамки прошел. Видишь, троих. Без рамки. Вот троих, знаешь, почти. Профи, вот, троих, знаешь, почти. Да ты его ушатал. Ну да, я вот спросил. Да. Попытка номер два, пацаны. Еще раз? Да, сумочку забыл. Мешочек с подарочком. О, уже. Уже лучше. Уже лучше, ребят. Можно здесь проходить.
не обращайте внимания. Я смотрю, поддается дрессировке-то. Да, да, да. Извиниться не хотите за свое поведение? За свое поведение извиниться не хотите? За оскорбительное приставание к мужчинам? Вы мужчина? Не хотите? Не хотите? Я Деду не вижу, Морозу, хорошо. Я не вижу, что вы мужчина. Хорошо, к женщинам. Приставали? Вы женщина? К женщинам приставали? Вы приставали к женщинам? Женщина или мужчина? Вы к женщинам приставали, охранник? Удостоверение ваше где? А где женщина? Удостоверение ваше где? Вы отказываетесь удостоверение предъявить? Скажите ваше кому? Удостоверение. Клоуну. Вон, Витьку предъявите удостоверение. А кто такой Витёк? Витя. Я человек такой. Витёк? Витёк, да, это зовут меня. Витёк. Да, Витёк. У меня такое имя, Витёк. Я вижу. Отлично. Витёк, Валерий. Отказываешься? Не отказываешься, но выполни задание. Такое. Просто мы к тебе не как к мужчине подошли, а как к охраннику. Да. То, что ты не мужчина, мы видели. Приставал очень еще встаньте. К мужчинам. Не, ну, давайте. Я бы вам рекомендовал ваши. Все-таки не стоять, не мешать проходу граждан. Не создавать. Это свой, это нормально. Блогер. Это можно, да. Вы же блогеры, вы что? Ну, конечно. А вы на всех подписаны, скажите мне. А? На вас точно подписываются не будут. А, потому что там педиков подписчиков нет, просто, наверное, да? Просто, если подключать, вы бы знали не только свои права, но и обязанности. Это очень помогало бы вам в жизни, у вас бы вот унизительных репортажей про вас бы не было. Вы бы четко соблюдали должностные инструкции и заход. Да вы и так себя уже унизили, да нельзя. Дедушка все. Мороз вам уже... Грыжа, герпес, геморрой. Да можно. Можно, можно. Не, можно, идите, проходите. Дедушка разрешил. 13-й, 2-му. Просто дедушка он мне... Андрюх, они начинают людей отправлять помимо ран. Вот смотрите, там ваше место. Ну там ваше место. Проходите, проходите. Вы зачем к женщинам пристаете? Проходите, я вам разрешаю. Пойдемте. Пойдемте с нами. Вот тут проходите, смотрите. Не надо меня трогать. Вот ваше место. Пропустили сейчас. Валера, да? Не трогай меня, это Валера. Это Витя. Какая разница? Ты, это Витя? На Валеру похож. А, Валера, настало твое время. Да, конечно. Я думаю, уже пора. Я не жалко. Подождите. Мне тоже жалко. Охранник, он и так ищет. Ладно, грыжа, герпес, геморрой. Все, до свидания, с Новым годом. Да, принял. Подождите, да. Да, мы уже общались с вами. Не борись, ему можно. Это блогер, ему можно. Да, его избили тут позавчера. Да. Дед Мороз. Контролер Валек. Дед Мороз. Контролер Валек. Контролер Валек. Контролер Валек, запомнил. А, и, кстати, с нами еще Путин. Я еще неоднократно. А вы не узнали? Да вы что? А вас в гриме не узнать, Владимир Владимирович? Ну, вы потом узнаете на татаре. Накажу. Ну все, пойдемте, пацаны. Да, оставайтесь. Да че, мы уж с вами со всеми поговорили. Там мужиков нет просто среди вас, че? Да, одни мы... друзья только. Че, как в гей-клуб, блин, с вами разговаривать? Вы, главное, людей не трогайте и все. Друг нам не нужен. Ну вот, пацаны, со второго раза охранник понял то, что не нужно трогать людей, досматривать их и прочее. Но почему-то это касается только блогеров, а остальных людей я все равно досматривал. Но мы как не пытались, все равно люди сами идут в рамку. Мы не понимаем, почему на самом деле. Как стадо баранов. Да, как стадо баранов, действительно. Еще. Ну вот, пишите, что об этом думаете в комментариях. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, нажимайте колокольчик, подписывайтесь на наш инстаграм и телеграм-канал. Ссылки будут в описании. Еще попытка. Соседней линии. У меня на уборке кадр. Вот на 20 минут. Зачем меня работать? А мы тут немножко пробили. Ой. Проходим. Вы что меня трогаете? Давай, лови меня. Руки убрал ты. Меня лови. Руки убрал. От меня убрал. Ты что? Руки от меня убрал, сказал. Ты гомосек, что ли? Иди там, стой, в своей будке. Работай, иди, блядь. Удостоверение давай свое. Удостоверение свое давай. Удостоверение свое давай, рожа. В новом году у тебя будет грыжа, герпес, геморрой. Проходите. Чего вы трогаете людей? Чего ты трогаешь людей, слышь, беспредельщик? Походите сидеть, можно. Ставить. Охренеть. Идите сюда, можно. Они не нарушают законности. Работаем. Почему? Работать надо в стране, а не ерундой страдать. Родители, вы, дети вырастут, папа ходил. С камерой. Ты изо рта, вы посторонний. Смотрел, да что вы там на детей бросаетесь-то, а? Да? Что вы на людей бросаетесь? Вы что, неадекватный, что ли? Ты что делаешь? Ты что, человек пристаешь? А у вас тут все такие охреневшие охранники, скажи. Неадекват, что ты? Мне только ты педик такой. За людям пристаешь. И да, что ты трогаешь меня? Что ты трогаешь меня? Что ты трогаешь меня? Полиция, заберите его. Полицейский, обращение к вам. Полицейский, обращение к вам. Помогите, полиция!
Помощь ваша нужна! Вы только так понимаете, что ли? Помощь ваша нужна мне. Сообщаю вам об административном правонарушении. Данный человек грубо, нецензурно выражался, нецензурной бранью, оскорбительно приставал к гражданам. Прошу его задержать, доставить в отдел полиции. Ну, будете стоять или пройдете? Да не бойтесь вы, мы фиксируем ваше правонарушение, чем меньше, тем лучше. Давайте, приступайте. Во все люди, он трогает у всех людей, неадекватный какой-то матом орет. Охранник, он выполняет свою работу. А, то есть если он неадекватно орет матом? Я не видел, как он неадекватный. Я видел, я вам сообщаю. Он выполняет свою работу. Вы видели, как он орет матом? Да, конечно. Видели? Просто так не будет тебя неадекватно. А, просто так. А то есть если не просто так, то нормально, да? Я понимаю. Вы отказываетесь реагировать? Реагировать отказываетесь? Вы реагировать отказываетесь? Вы реагировать отказываетесь? А вы специально бездействуете? Молодец. Бездельник, бездельник. Пошел бездельник гулять по тротуару. Ты что творишь-то? Все, проходим, пожалуйста. Просто охреневшая тварь. Да. Стыдно не знаю. Проходим, пожалуйста. Фамилия твоя какая? Исчезни. Как? Исчезни, говорю. Исчезни? Исчезни, удостоверение покажи. Потом не нашел, понял? Фамилия такая твоя? Твоя фамилия будет. Документы. Вот, ты видел? Удостоверение давай. А можно фамилию? Почему он матом орет? Вот скажите мне. Мы с вами уже общались. Почему он матом орет на нас и на людей? Не только на нас, на всех кидается. Уберите его отсюда, пусть проспится, я не знаю, неадекватный какой-то. Идите, пишите. Документ пусть доставит. Ну, вот сюда сотрудников полиции вызывают. Вы хотите вызвать? Закон о ЧОПе. Так, вы старший смены сегодня, да? Мы с вами уже общались нормально. Он реально неадекватный, уберите его отсюда. Общайтесь. Смотрите, есть закон о ЧОПе. По требованию должен сотрудник предоставить документы. Я отец. Я сколько лет? Хочу документы, чтобы писать заявление. Лишили лицензии. Сейчас придет полицейский, напишет заявление. Меня слышите? По закону о ЧОПе он должен предоставить мне документы. Документы он не будет? Уберите его отсюда, пусть проспится. Че у вас за упыри реально? Это неадекватно. Надо лишать лицензии. Да друг, я друг уже. Вы меня видели уже, ребят. Я вас не видел, первый раз. Когда вы будете извиняться, чтобы мы ушли действительно? Вы извините, мы уйдем. Зачем провоцируете? Мы кого, на что? Вообще нормально. Вы потом увидите. Нет, мы нормальные люди. Зачем вы стол трогаете? Я трогал? Да, вы трогали. Ну, давай я в камеру смотрел. Ну, да, в камеру ты потом из камеры посмотришь. Да ты сейчас себе знаешь, что ты? Ты. Кто-то еще такое же нецензурное выражение используете или новое придумали? Документы, товарищ, будет предоставлять? Я не могу. Алло. Жень, давай на третьем зайдем. Это посетителям торгового. Зала, клуб, да? Посетители, пошли вон отсюда наш рекламный слоган. Сейчас покажи. Ну, вы представитесь... А вы же камеру смотрели. Покажите. Вы же камеру смотрели. Сказать, кому я покажу? Вы кто? Вдруг вы случайный прохожий, которому даже не интересно. А, вдруг. Ну, покажите удостоверение. Не, нам я такие не друзья, нифига. Но мне ничего не надо, мне удостоверение. Ничего оставьте при себе в штанах. Еще раз, я вам покажу удостоверение без камеры вам лично. Давайте. Включайте, у меня все выключено. Пойдемте, вот туда дойдите, я думаю, меня изнасилуют. Я из вас двух не делаю, вы такой уже... Делать даже не надо. Мне кажется, да. Вон, люди спокойно проходят, все нормально. Так, ну, в общем, закон о ЧОП здесь не выполняется, я понял. Все, нам можно идти дальше? Идите. А пройти сюда можно? Проходите. Вот, все, вот это уже прогресс. Проходите. Нет, прошу прогресс. Я хотел узнать, можно ли. Я не хотел пройти, я хотел узнать, можно ли пройти. Вы уже прогрессируете, молодец, я доволен. Если он останется без работы, с вашей помощью. Останется, да. Останется. Да вот нет, я буду рад. Нет, этот да. Останется. По-любому. Да. Ну, по крайней мере, без лицензии. На вашей совести такой закон. На вашей. На моей лице. Я согласен. Ссылайтесь на меня. Он не а где он работает-то? Он, мне кажется, паразитирует на обществе просто. Да еще и закон нарушает. Офигеть. У меня знаете, какая совесть? Да я знаю, что у вас совесть. Ладно, что, пошли мы дальше-то? Да, все да, все здесь проверим. Идите отсюда. Скажите тогда своим. Ради бога, уйдите. Все, хорошо. А мы сейчас всех теперь обойдем. Всех ваших упырей проверим. Пока вы не извинитесь да за вы сами упыри. Конечно. Конечно. Вот вы сотрете остальное. Нет. И скажете, что я сказал, вы упыри. А, ну, отлично. Если вы так хотите, то хорошо. Да, дорого, ваше желание будет исполнено. Вот сказал, что мы упыри, вот это все. Вот, все, слышали, да? Он унизил вас, все, унизил. Да. Унизил, конечно. Понятно. А вы там в комментариях напишите, да вас даже унижать не надо, вы и так уже ниже плинтуса униженные.
ну, не знаю. Знаете, с Михаилом я как-то вот работал, и у нас были понимают, зачем вы эту всю панцию провели, я не понимаю. А вы что, не поняли до сих пор? Ну, понимаю, вы охранник, не доходит вас из 25-го рода. Ну, ваш представитель охраны, ну, скажем, коллега, напал на нашего друга, я не знаю, в 50-й раз. А самое страшное? Подождите, вы сказали, в Лондоне? Да. Ну, зачем там моих ребят? А потому что там были и ваши ребята. Вы камеры смотрели или нет? Камера? Я от вас это только слышу. Почему? Позавчера это было. Позавчера во сколько? Часа в 3 дня это было. Вы даже не в курсе о таких инцидентах у себя, я удивлен. Да потому что нас больше всего бесит то, что вы, как старший, да, тут, вместо того, чтобы сами внутри коллектива разобраться, извиниться перед человеком, наказать кого-то, вы вот стоите в позе и ничего не делаете. Потому что вы сейчас агрессируете на нас, вместо того, чтобы усмирить своих. Грамотный руководитель должен внутри коллектива решать такие вопросы. Тогда это все не будет ни в Ютубе, нигде. Да. Выкладывать куда хотите. Я уже там да вам все равно, вы что... хотели бы, чтобы вы нормально себя вели. И вот знаете, что самое обидное? Что ваши подписчики оскорбляют мою мать. Я сам любого порву. Нет, любого. И тебя, Дед Мороз, разорву, понял? Меня. Если мою мать еще раз ваши подписчики меня оскорбят... Смотрите, я... Вот реально, пацаны. Оскорбят, наверное. Ну, оскорбят, смотрите за, причем за тех, кто пишет. Мы каждого в лицо их знаем. А может, вы это пишете сами? Вы знаете, кто это писал? Может быть, это вы пишете? Может, ваши друзья пишут? Откуда вы знаете? Может, ваши недоброжелатели пишут? Я сейчас что-то смешно говорю? Мы же между собой смеемся, алло. Мы не над вами смеемся. Я алло с вами разговариваю. Чего ты гагришься? Я алло с вами разговариваю, так алло. А то про вашу мать кто-нибудь что-нибудь говорил? Так вы сами себя так... Вот тут кто-нибудь что-нибудь говорил? Да потому что я все это читал, ребята, читал. Сейчас не об этом речь, я говорю, вы закон нарушаете. Вот сейчас именно об этом. Вот не нарушайте закон. Какой закон? Ну какой закон? О чем? Расскажите мне. Вот вы сейчас я вам его должен рассказать. Или давай, вы должны трактам, его на зубов не знать. Восьмая у вас, блин, даже карточки охранника не висит. Я даже не знаю, с кем я вообще разговариваю. Полицейских преследований, но и простых граждан. Абсолютно верно. На камеру это будет? Не буду. Почему? Да потому, где написано, что на камеру? Не, отказались, все нормально, хорошо. Отказался. У вас не только вас лично лишат лицензии, но и ЧОП. У нас в практике такое было, поверьте мне. Хорошо, я рад. Я просто вас призываю, если вот в комментариях будет написано что-то про мы меня, мне пофиг. Мы тут при чем? Хорошо. А если про его мать будет написано в комментариях, то что, ему вам хорошо, глаза выцарапать или что? Красавчик. Нет, ну стоп. Если его про его мать будут в комментариях писать. Красавчики. А лайк поставьте нам? Обязательно. Вот скажите, обязательно. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Колокольчик нажать. Да, давайте. Идите. Хорошо. Хорошо. Я удовлетворен. Скажите я упырям, нет, чтобы не кидались больше. Да, да. Все. И вас, и вас. Спасибо, вас. Да. Ну, грыжу герпес, геморрой, как всегда, вот этому вот чуваку и всем его упырям, короче. Вот. Ну, неограниченному числу, в смысле, другой упырей, год, да? Другой а, вот, а вы, ну, блин, гум этого просто капец какой-то. Только ушли, только сказали всем подписаться на канал. Придется еще раз говорить. Подпишитесь там на канал внизу, нажмите колокольчик. Пишите, что думаете в комментариях и поставьте лайк, распространяйте видео. Поняли?